Доброго времени суток, дорогие друзья. Я, Владимир Лоскот, рад вас приветствовать на своем канале «Дом, хозяйство, отдых и заработок». Сегодня продолжим разговор об обустройстве колпаковой печи. Смысл в следующем. Я просто там сделал столько изменений, что сама по себе, ну, конструкция стала уже довольно-таки видоизмененной. Как бы она изначально делалась как колпаковая печь Кузнецова, но слишком многие вещи я как бы сделал под себя. Итак, вот она перед нами, скажем, уже почти в собранном виде. Вот здесь еще как бы лежит деревянный щит, чтобы мне удобно было сюда ставить ведро, ну, скажем, инструмент, вот видите, рабочий молоток, чтобы доделать вот этот вот верхний так называемый колпак. Вот этот у меня получился даже не, как бы не совсем колпак, он больше похож просто на соединение непрямого хода в прямой. То есть непрямой ход шел сюда через низ, идет сюда через низ, и здесь переходит как бы вот это вот колено и уже попадает как бы в прямой ход в трубу. Когда я помучился уже с этим вот чугунным котлом, его вывернул отсюда, я решил здесь верх сделать доступным. То есть, попросту говоря, как вот в отопительно-варочной печи. То есть сверху установил чугунную плиту с кольцами. Ну, обычные чугунные плиты, вот такие, как продаются с кольцами. Только я взял просто бугушную. Но чтобы металлическая часть не грелась, не калилась над огнем и не портила воздух, потому что металл, который перекаливается, все-таки уже воздух становится хуже. Я полностью укрыл ее минеральной ватой. И сверху заделал этим, просто металлический лист положил, и получилась просто закрытая поверхность. Это мне дало возможность доступа в случае каких-то, ну, неприятностей с самими элементами, вот эти вот теплоэлементами. Вернее, ну, теплоотборниками. Дальше, а теперь что изменил? Значит, Кузнецов рекомендует минимум ставить этих вот очистных дверек, поскольку не образуется сажа. Нет, сажа образовывалась, особенно вот в том дальнем углу внизу, в самом этом ходу вот здесь вот так. Значит, получается, здесь я установил эту прочистную дверьку. Второй раз, когда разбирал вот здесь, вот сразу установил здесь сверху с той стороны, ну, и с той стороны внизу тоже было. То есть практически получается печь, весь колпак, и верхний, и нижний стали доступны. Сейчас коротко покажу, как собирался вот этот верхний колпак и каким образом устанавливалась сюда дверь. Что там произошло, почему я фактически пользовался весь год только непрямым ходом. Вот когда была разобрана эта часть верхнего колпака. То есть, получается, сюда приходил газ, который шел через низ нижнего колпака, сюда вот выходил, вот с правой стороны здесь, там, где я показывал, что там решечка, он сюда как бы по этому колену вот проходил и уходил сюда. То есть, попросту говоря, изначально подразумевалось вот здесь вот эта задвижечка. Значит, когда печка затапливалась, ну, открывается она задвижка, здесь прямое отверстие, и газы пошли напрямую вверх. То есть, попросту говоря, вот если мы глянем печку со стороны, ну, вы представляете, вот тут вот загорается огонь, и отверстие напрямую и пошло вверх. Потом, получается, когда чуть-чуть нагрелось, вы закрываете эту задвижку, включается тяга трубы и начинают газы, то есть отработанные газы идут вот сюда. Все, в принципе, нормально. Но получилась такая фишка. Современные изобретатели посчитали, что вот эти вот задвижки можно делать даже из жести. Вот этой вот печью, ее как затапливаешь в холод, она получается одна на весь дом, она греет и теплые полы, и воду, значит, в ванну, в туалет, чтобы горячее было, на кухне везде, и большой дом. И получается, она как загоралась, она была в таком состоянии, что этот мне прямой ход, вот этот вот, эта задвижка, она и не пользовалась. Но мало того, что она и жесть, так она не пользовалась, ее заклинило. Я когда разобрал, оттуда я ее уже вытянуть не мог. Я пытался даже вот сюда наставлял зубильца и пытался ее выбить. В итоге, видите, вот выгнулась вот здесь. Плохо видно, но вот в этом месте выгнулась, но не пошла. Короче, она намертво заклинила. Печь долго не топилась, уже, допустим, вот сезон начинается, то попросту говоря, либо в той задвижке, вот в этой задвижке можно открыть, положить пару картонок, пару тресок там, зажечь. Вот сюда пойдет,
здесь пройдет и туда уйдет. Она чуть-чуть нагреется. В это время здесь дверечку закрываете, здесь уже наложены у вас дрова с бумагой, с картоном. И зажигаете, и сразу включается тяга, и, собственно, пошла. Вот никакого дыма, никаких проблем. Так вот, вернусь обратно. Теперь, здесь тоже собиралась сажа. И поэтому я решил и сюда установить лючок. Как я его устанавливал, сейчас покажу немножко. Ну вот, собственно, начинается сборка. Вы вымеряете под размер лючка, даете небольшой зазор, чтобы можно было примазать. Ну, соответственно, намазали глиной. Единственное, что вот видите, проволочка торчит. Необходимо, значит, в отверстиях рассчитать, где швы, и сюда зацепить проволоку. Если нет отверстий в самой этой дверке, в самой раме этой вот дверки, надо просверлить, просто взять дрель и просверлить хорошим сверлом отверстие. Пускай там троечкой, четверочкой, и замотать. Проволочка желательно, чтобы была неровная, а такая изгибистая с узлами, тогда она лучше держится в самой глине, в швах. Надо понимать, что когда вы собираете печь, вот эти элементы, они должны вот именно вот так вот поддерживаться, все элементы, допустим, вы ложите на раствор глины с песком, и чтобы кирпич немножко устоялся, присох, вы его вот так вот придавливаете. Ну, это знает, скажем так, каждый более-менее каменщик, который сталкивался со строительством печи. Но это совсем не сложно. Конечно, порядовка здесь сложнее, потому что часто дверки, это, чтобы не попадали швы. Вот это, в принципе, ну, скажем, довольно отрицательное место. Вот посмотрите, видите, у меня так получилось, но потому что установка дверки, и получается кирпич то так, ну, уже как получилось. Ну, в общем-то, трещин не давало. Вот дальнейшая идет сборка. Вот колпак, уже как бы по кругу сам заделывается. Ну, уже, соответственно, и верх колпака. Но я уже не стану объяснять, каким образом сложить над любым пространством, именно заделать верх колпака. Ну, точно так же, как я вам показывал только что, кирпич, допустим, свисает, его, ну, распираете. Ну, соответственно, 2-3 ряда в зависимости от размера, от размера пространства, которое вам необходимо заложить. Таким образом закладывается колпак. Значит, в заключение скажу, что вот использование самой этой печи было все равно крайне удобно и выгодно. Сейчас я уже буду устанавливать здесь полностью чугунные элементы из батарей. И вот эти вот лючки, ну, я думаю, что это уже будет как бы доведенная, упрощенная печь. И у меня будет возможность в случае, вот эти, если какая-то неприятность с теплообменниками, как бы проще не разбирать всю печь, можно достать. И прочистка печи тоже не вызовет никаких осложнений. И даже то, что фактически не работает прямой ход, для меня это не вызывает, ну, никаких неудобств. Вот такая особенность именно колпаковой печи. Если бы это было в обычной печи и не было бы прямого хода, ну, то вы представляете, как ее там это много муздыхания. И второе. Вот этот вот лючок верхний тоже я не закрываю. То есть колпак, он открыт практически весь сезон. То есть получается, печь находится как бы в открытом состоянии. Но это ее отнюдь не выстуживает. Вот такая особенность печи Кузнецова. Ну что, на этом буду заканчивать. Спасибо за внимание. Спасибо, что дослушали. Надеюсь, что данная информация кажется кому-то полезной. Ставьте лайки, подписывайтесь. Нам еще есть о чем поговорить. До следующей встречи.